Всем привет! Меня тут занесла нелегкая на автодром взлетка, где проходит оффроуд тест-драйв внедорожников Mitsubishi. Планируется тестовый заезд на Mitsubishi Pajero Sport. Красному чубы занимает час и также богато часу пришло нас. Алла. Ой, тут вообще комфорт такой. Да, сцепления давайте, нет. Давайте обсуждаем сиденье. Сцепления нет, это автомат. Автомат очень интересный, восьмиступенчатый. Я читал про него. Двигатель здесь очень хороший. Ну, в принципе, нормально, зеркало сзади не надо. На данном треке нам зеркало в принципе не надо. Ну да, все, поехали. Пристегнемся. Вы уже успели на чем-то проехать? На L200. Давайте. И на этом маленьком. Тут тоже трясет, как бы самый пока самый комфортный Outlander. Вот я про эту коробку читал, да? Восьмиступенчатая, да. Со всякими разными помощниками и спуска, и подъема. Мы туда поедем или направо? Не, в горочку пойдем. В горочку через, да, диагональ, конечно. Через диагональ. То есть точно так же, как на Эльке, да? То есть мы включаем. Да. Ну скажем, она подсохла, дорожка наша. Мы можем сейчас ничего не включать. Просто едем. Хорошо. Едем, но давайте сначала Элька выйдет на горку. Хорошо. Так, с этой точки видно, да, как там подвеска двигается. Очень большой ход подвески, это очень хорошо. Давайте мы. Без ничего, вот так, да, вот как едем. Ровно. Просто ровно. Отгазовывать? Плавно. Ну, понемножечку. Ну, к этой точке у нас два колеса. Ничего себе. Это намного легче, чем Элька пришел. Мы с утра первый, нет, они там пропускали. Не спешим. Здесь можно. Давайте вы чуть на горочку. Остановитесь на горке. Полностью остановка. Нажимаем кнопку помощника при спуске. Yeah. Выбираем ногу установку. Так, и нажал или нет? Недоступно. Нет, не хочет, не хочет. Давайте тогда выехать. Что я? Хорошо, я отключаю. Включаем помощник. Недоступно. Недоступно, да? С блокировкой, да, сейчас. Все, можно. Выбирайте ногу сам. Это то, что я читал, он со скоростью 2 км в час. Да. Но дело в том, что он не настолько привязан к скорости, насколько. Дело в том, что опять же. Этот помощник нам помогает не заблокироваться. Выключаем? Колеса. Или не пошла. Знаете, все. Да. А дело в том, что если дать газку, она сама распустится. Она работает, когда мы не трогаем педали. Ага, понятно. Стали на горочку, активировали. Жалко, что погода испортилась. Нету грязи. Здесь паркуемся? Ну, выбирайте там место. Ну, если здесь ближе. Так что не помешает. Так, здесь тоже эти все понты есть, да? Четыре камеры, да? Так, камера включилась. Ага, вот я-то на тех не обратил внимания, что линии даже выравниваются. Зеркало не так хорошее. Ну, да, камера активная, получается, она показывает привязанную к рулю. Мне вот так вот. Все. Так, все. Спасибо. Спасибо. До свидания.